Я знаю, что когда-нибудь это станет просто историей. Наши фотографии станут старыми фотографиями, а все мы станем чьими-то мамами и папами. Но сейчас это еще не история, это происходит. И я здесь. Я смотрю на нее, потому что она прекрасна. Я чувствую это. И в какой-то момент ты понимаешь, что ты не грустная история, ты жив. Самая мощная исцеляющая сила во всей Вселенной. В ней есть невероятная энергия, творящая чудеса. Встречи не бывают случайными. Однажды ты встретишь того, в ком узнаешь себя, в чьих мыслях увидишь свои собственные предположения, в чьих идеях свои смелые мечты. И он будет смотреть на тебя из своего очаровательного мира, и между вами образуется связь, ваша собственная радиоволна, понять которую невозможно будет кому-то со стороны. Он будет дарить тебе себя, наполнять тебя новыми радостными чувствами. Вы будете обмениваться настроением, разделите время жизни на двоих, построите планы на совместное будущее. Никто так не понимает, как понимает он. Никто так не слышит, как слышит он. Никто так не молчит, как можете молчать вы вдвоем. Ты стоишь и смотришь на огни, на все вокруг, что заставляет тебя удивляться. И ты слушаешь эту песню, едешь по дороге с людьми, которых ты любишь больше всего на свете. И клянусь, в этот момент мы часть вечности.